В ассортименте компании Абразивпром появились новые жирафы. В частности, сегодня покажем вам DLT-7232. Это аналог всем полюбившегося жирафа Макалистер. Что в комплекте? Подробная инструкция, она же гарантийный талон. Очень удобно расположенная гофра, как вы видите. Длина 4 метра, очень гибкая. Не переламывается. Лежит аккуратно, как видите. Еще раз повторюсь. Ну, удлинитель телескопический. И, конечно же, сам же складная конструкция, очень удобная. Чемодан сейчас попытаюсь убрать, чтобы вам показать все подробно. Удлинитель устанавливается сюда, не будем сейчас его устанавливать. Что из себя представляет сама машина? Предустановлена жесткая тарелка на 8 отверстий пылеотводящих. М6 крепление, щеточный двигатель. Присутствует регулировка вакуума, что немаловажно. Машина достаточно хорошо присасывается к поверхности при работе. Регулировка оборотов, кнопка включения. Очень удобно снимается быстро достаточно передняя часть для того, чтобы легко подходить к углам, что многие спрашивают. И чего нет на многих других машинах. Хороший жесткий пластик, нигде ничего не поломается, думаю, в работе. Вот. Сейчас не буду одевать, потому что это на видео достаточно непродуктивно. Длинный кабель 4 метра. 4 метра. Что касается мощности, 710 ватт, как у того же Макалистера, опять повторим. В комплекте идет ключ для снятия тарелки, шестигранник, кому интересно. Ну, в принципе, и все. Щетка достаточно хорошая, мягкая, царапать поверхность не будет. Все на нашем сайте, дополнительная информация, характеристики и цены. Абразивпром.ру